Сейчас помыли white спиритом, а теперь моем шампунем, потому что на черной машинке битум не виден. И white спирит надо тщательно смыть перед тем, как полировать. Вот он, младший научный сотрудник Андрюха, специалист по мойке. Пусть откисает. Вот, сейчас она откиснет, потом будем смывать. Такая красивая машина стала. Машинка у нас после мойки. Фары тусклые. Лак тоже тусклый, потускневший. Надо ее немножко чуть освежить полироликой. Какие-то маленькие царапушки убрать, где это будет возможно. Сейчас слегка ее надо подновить. Вот. Покраска везде заводская. Это проверено приборчиком. Вот. Но есть одно маленькое но. Главное не переусердствовать, потому что у японцев лак очень тоненько лежит. Кое-где, конечно, придется подусиленно прошкуриться. Но это имеется в виду Трезакт. Я использую 3000-й. Вот. Для того, чтобы убрать вот этот вот налет и потертости. Но не более. Потому что заводская покраска, машинка старенькая, можно перестараться и попасть на покраску. Поэтому будем в разумных пределах этим пользоваться.